Ну-ка, покажи-ка свои ручонки. Больно они у тебя интересные. А чего такого интересного в моих ручонках нашли? Вот смотри, Копченый, ты же не профессор. Не профессор. И не писатель. Не писатель. И не ученый. Не ученый. А ручки у тебя белые, нежные и гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь? Ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал, вон. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал, воевал за тебя, пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался. Воспитываете? Так это зря. Поздно. Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, Копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе.